Да уж. Друзья, в общем, вот тот вот человек нам только что сказал, что туда на велосипедах не едьте. На самом деле, туда на велосипедах-то и нельзя заехать, но мы хотели их с собой поднять и оттуда с ними съехать, потому что здесь не к чему привязать их. Вот. Но этот человек, вот, который вон там идет, говорит, что если вы туда сейчас на велосипедах заедете, то полиция, который здесь специально этим занимается, то ли 30 евро, то ли 300 евро, в общем, 3 он показал, но я так понимаю, что не 3 евро точно штраф нам выпишут, поэтому надо сейчас делать обратно. Вот. Поехали обратно. Вот. Я так понимаю, что мы сегодня на эту гору так и не успеем забраться из-за того, что сейчас темнеет. Да. Там, оказывается, это написано. Я так понял, что он говорит, что это написано там. Что полиция за этим специально смотрит. На правую сторону. Вот так. Сейчас посмотрим, что там написано. Потому что я там еще не заметил никакой надписи. В любом случае, хорошо, что сказал. Получается, что сюда можно проходить только пешком, если ты идешь на эту гору. На машинах, машины это понятно, машины там не приезжают. Но на велосипедах, значит, тоже нельзя. Трасса. Трасса. Да, полетели, да, не. Да. Вот дела тут. Пока ехали, пока кушали, пока снимали город, вечер наступил. Надписи я тут, по правде говоря, никакой не вижу. Но пускай это будет именно так. Что он говорит? Там нарисовано. А, нарисовано. Там это написано будет. Осторожно, спокойно. Так. Спокойно. По-моему, спокойно. Я поломался в ботинок. Спокойно. Не спеши. Я не спешу, просто боюсь. Надо бояться. Я прям сало ботинок. Спокойно. Так, делать нечего. Я не знаю, что делать. Сейчас время. Делать? Здесь их привязывать. Потом. Дело в том, что успеем мы туда, не успеем. Никак не успеем, да? И сейчас. Пока мы привяжем, пока туда дойдем пешком. Да, и потом нам минимум 2 часа придется здесь идти. Вот такой вот облом сегодня произошел. С этой красной горой. Друзья, задача у нас, в общем, такая. Не то, что задача, одним словом, чтобы туда сейчас идти, это надо минимум час. Мы уже узнали, сколько туда у нас времени уйдет, чтобы на эту Красную гору забраться. В принципе, она такая небольшая, но час туда точно уйдет. Вот. До нашей деревни, она вон там находится. Добраться до нее минимум тоже час по этой дороге. Это минимум. Проблема в том, что по этой дороге невозможно будет ехать велосипедом. Как видите, она здесь кажется как бы удобной, но на самом деле это идет туда вверх подъем. Поэтому придется на подъем идти. А когда идешь на подъем, то очень сложно ехать. Это я уже этот урок я уже себе выучил. Я с прошлого раза уже знаю эту тему, так как в прошлый раз вот так вот на улице остались, и ночью пришлось возвращаться. А когда ночью возвращаешься на велосипеде, ничего не видно.
и приходится просто вслепую идти, и при том еще с собой велосипед нести, то есть ехать вообще невозможно. Такие вот дела. Поэтому, Красная гора, на тебя сегодня мы тебя оставляем. Может быть, вернемся, может быть, не вернемся, кто его знает. Вот, и будем ехать дальше. Такие дела, что пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.